об финансово-экономических итогах за 10 месяцев текущего года. Стоимость валовой продукции по всем категориям хозяйств за прошедшие 10 месяцев составила 190 миллиардов рублей, ростом на 19 миллиардов к уровню 2014 года. В сопоставимой оценке имеем рост 3,5%. По товарной продукции сельхозформирования имеем рост 17%, реализовали продукцию более чем на 67 миллиардов рублей, это плюс 10 миллиардов к прошлому году. В том числе за счет увеличения объемов продукции 6,5 миллиарда. Разница между ними – это увеличение закупочных цен. А сельхозформирование произвели продукцию на 103 миллиарда рублей. Денежную выручку по яйцу прибавили на 700 миллионов рублей, по овощам на 400 миллионов, по зерну на 2,3 миллиарда. Увеличение денежной выручки по молоку на 5% больше, это на 800 миллионов, поскольку закупочные цены у нас замороженные. А по скоту и птице выручку прибавили на 18%, это 4,3 миллиарда рублей. Но это в абсолютных цифрах, правильно, да? Это в абсолютных цифрах. То есть... Как, без учета несопоставимых. Абсолютные цифры, правильно ведь это? Да, абсолютные цифры. Хорошо. А сопоставим, у нас 3,5% рост. Рост денежной выручки наряду с постоянной работой по снижению затратности производства и выявлению резервов, повышению эффективности, положительно сказывается и на финансовых результатах отрасли. Мы прогнозируем закончить год ожидаемыми вот экономическими следующими результатами. Прибыль по отрасли с учетом сохранившейся господдержки ожидается на уровне 11 миллиардов рублей, но без господдержки это чуть более 1 миллиарда.